Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним. Упражнение номер 20 по цифре 1 на странице 53 рабочей тетради по математике для 3 класса автора Мару. Вычисли, записывая решение столбиком. 47 плюс 38. Семь плюс восемь получается 15. Пять пишем, один запоминаем. 4 плюс 3 – 7, еще один 8. 85. 134 плюс 251. Один плюс 4 равно 5. 3 плюс 5 равно 8. 1 плюс 2 равно 3. 385. 713. Плюс 248. 3 плюс 8 равно 11. 1 пишем, 1 запоминаем. 1 плюс 4, 5. И еще 1, 6. И 7 плюс 2 равно 9. 961. 416. Плюс 139. 6 плюс 9 равно 15. 5 пишем, 1 запоминаем. 1 плюс 3 равно 4. И еще 1, 5. 4 плюс 1 равно 5. 555. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте.